Дмитрий Малеев, менеджер по бизнес-коммуникации. Александр Григорьевич, в связи с вводом в эксплуатацию БелАЭС, планируется ли перевод жилищного фонда на обогрев электрообогревателями? Я имею в виду воду, потому что в компании «Горизонт» мы освоили и уже наладили выпуск электрических водонагревателей, которые очень хорошие по качеству и очень конкурентны по цене. У нас целая программа. Мы уже дома строим сейчас на электрическом обогреве. Полностью на электричество переводим. И вы видите, что электромобили мы свои уже начинаем производить, не только покупать. То есть вы видите, мы взяли серьезный крен на обогрев воды, подогрев, электромобили, электробусы. В своем послании, о котором я говорил, я там электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими. Центр Европы, Беларусь, Германия, другие страны начали, уже сроки определили, Великобритания, когда с улиц исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. У нас есть шанс раньше это сделать.